Сирийский кризис также обсудили по телефону глава российского МИДа Сергей Лавров и американский госсекретарь Джон Керри. Главная тема – скорейшее налаживание общенационального межсирийского политического диалога. Поднимался в том числе и вопрос о формировании объединенной делегации оппозиции на возможных переговорах с властями этой страны. И сегодня же министр иностранных дел России встретился со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стефаном де Мистурой. Как подчеркнул Сергей Лавров, мировое сообщество должно оказать влияние на сирийскую оппозицию. Два списка необходимо согласовать. Первый список террористических организаций, на которые не будет распространяться прекращение огня, которое мы все надеемся на каком-то этапе удастся объявить. И второй список делегаций оппозиции, который будет вести переговоры с правительством под эгидой Организации Объединенных Наций и при координирующей роли представителя генерального секретаря. Вот эти два направления совместной работы мы видим в качестве основных при подготовке к следующей встрече в так называемом венском формате.